Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Amazfit GTS 3. И сейчас я покажу вам, как измерить уровень кислорода в крови с помощью данных часов. Итак, для этого мы нажимаем на кнопочку, надеваем часы на руку, далее нажимаем кислород в крови. Ой, не туда, кажется, нажала. Да, кислород в крови. Тут нам пишут, чтобы мы затянули ремешок и не двигались. Нажимаем на галочку. И ждем. И таким образом мы измерили уровень кислорода в крови. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.